Простите, мистер Коэн. Этого больше не повторится, клянусь Богом. Ты сейчас с Богом говоришь. Можешь поклясться мной. Это город Микки Коэна, и бесполезно пытаться с этим что-то сделать, сержант. Мы проигрываем борьбу за Лос-Анджелес, гангстеру с Востока. Будущее за мной. Это не волна преступности, это вражеская оккупация. Я прошу тебя развернуть войну против Микки Коэна. Мне нужны люди. Весь во внимании. Небольшая команда. 5-6 человек. И это против 40 человек? Все когда-то умирают. Жетоны оставьте дома. Никто никогда не узнает о нашем подвиге. Это не расследование. Это война. Основана на реальных событиях. Чем занимаешься, красавчик? Библией торгую. Хочешь вытащить меня отсюда и сделать из меня порядочную женщину? Нет, мэм. Разве что затащить к себе в постель. Галло! 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 Ты не убьешь меня. Ты же коп. А вот и нет. Галло! В январе. Найдите этих уродов. Перебейте их семьи, убейте их детей. Я положу этому конец. Ты не мог сказать, что ты коп? Я переживал за тебя. Чтобы спасти закон, приступи его. Коп, который не продажен, как шелудивый пес, должен сдохнуть. Не уходи. Так не дай мне уйти. Лос-Анджелес мой удел. Не врешь? Джош Бролин, Райан Гослинг, Ник Нолти, Эмма Стоун и Шон Пен в роли Микки Коэна. Найди их! Джо, беги! Ты будешь умолять о пуле раньше, чем это все закончится. Охотники на гангстеров. В январе.